В прошедшие выходные после матча «Зенит-Мордовия» прогремел очередной скандал. Халк обвинил арбитра Алексея Матюнина в расизме. Ситуация, конечно, необычная. Одно дело, когда болельщики оскорбляют игроков, а тут арбитр. Справедливости ради отметим, многие не поверили Халку. Не верю. Он не понимает по-русски. Я не думаю, что судья с ним говорил на португальском или на английском. Я думаю, что это чисто эмоциональный фактор. Ну, может быть, что-нибудь там ляпнул, и Халку не понравилось. Халку много не нравится на поле. Он все время ругается с судьями. Характер такой. Ну, я не верю. Клуб попытался замять скандал, запретил комментировать игрокам. Но вот Андре Вилаш-Бош вдруг после матча с Рубином заявил, что Халк еще во время игры с Мордовией говорил ему об этом. Но откровенно в это очень сложно поверить. Зачем это арбитру? Я думаю, что к этому надо проще относиться. Но что он его назвал там, прям по-русски сказал, ты обезьяна там? Или, ну как он его мог оскорбить? Ну ты там темнокожий, ну это даже хорошо, он выглядит прекрасно. Че на это обижаться? Ну, у нас из всякой глупости нужно раздуть какой-то скандал. Я думаю, что к этому надо проще относиться. Слишком много сейчас, знаете, спекуляций на почве расизма. У нас расизм каждый день на улице здесь. Вот где надо бороться. А здесь, ну, сказал он там, показал этот банан. Ну и что? Ну, посмейся ты, с юмором отнесись к этому. То есть, ну, это определенная политика, где определенные люди хотят получить свои политические дивиденды. Замнут или нет? Наверное, станет известно уже в ближайшее время. Скорее всего, первое. Ведь вряд ли Халк признается, что обманул всех. Да и арбитр тоже не пойдет на такой шаг. Как бы нам ни хотелось, истину мы, скорее всего, не узнаем.